Всем здоров! Меня зовут Ярик Лаппа, и сегодня я покажу вам очень непростую карту на версию 1.9 Snapshot 1541. Как вам известно, а может и нет, теперь в ванильном Майнкрафте можно будет летать, ребята, совершенно без модов, никаких команд, все это будет в обычном Майнкрафте, скоро-скоро. Так, первым делом покажу вам, как это вообще летать. Ну и дальше очень хардовская карта. Так, переключаем и смотрим. Это у меня как бы плащ. Ну, похоже, по крайней мере, на внешний вид. Но нет, это не плащ, это крылья, которые помогут вам очень плавно приземлиться с любой высоты. То есть, понятное дело, что резко вверх взлететь у вас не выйдет. Ведь это не творческий, ребята. Это обычный ванильный Майнкрафт. Что же мы делаем? Сначала переключаем режим. Включаем обычнейший выживание, все дела, и прыгаем с этого обрыва. Вот так вот. И что же делается? Крылья расходятся, я себе так парю. Я себе так лечу потихонечку, так как бы чуть-чуть вверх можно. И разгоняюсь, и потихонечку. И я приземлился. За огромной головой, да. Ну так, ради прикола, захотелось мне так на голову вцепить такое. Вот так работают эти крылья, ребята. Очень хорошо, очень интересно. То есть, ну, приземлиться вы сможете четко. Вот так, не знаю, с этой высоты, конечно, вряд ли получится. Чуть-чуть нырнул головой вниз. Не буду это затягивать. И давайте же вам покажу, как я проходил новую карту на новую версию. К сожалению, будет без вебки, без моего голоса. Все дело в том, что я проходил больше часа, и... Ну, как-то уже не хотелось комментировать, если честно. Хотелось просто пройти все 10 режимов, то есть 10 уровней. И я их все прошел. Так что приятного вам просмотра. Погнали!
и как вам? Думаю, что многие скажут: ну, прикольно, пролетел вроде как, все быстренько, какой еще час там? Да нет, я вам вставил только те моменты, которые как бы удачные. А неудачных, ребята, там 99%. Надеюсь, вам, конечно же, понравилось. Все-таки, как ни крути, я старался, практиковался. Ссылочку вам вставил в описании, чтобы вы сами это попробовали и испытали это на себе. Потому что, ребята, это не просто. Так кажется, что это просто, но это достаточно сложная карта, которую вполне возможно пройти, но нужно немного полетать. Ну и спасибо вам огромнейшее за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч! Блин, каждые горки меня по-своему удивляют. И теперь я понял, чем эти горки меня удивили. Высотой огромной, мира уже практически нет. Просто... Ой, ё-моё! Смотрите, как круто! И чётко приземлился.